Ну вот, завершающее слово для утра. Кёва куморидес. Сегодня облачно. Как смешно, я два слова выучу и говорю. Ну что? Причем, знаете, я обнаружила, что если ты что-то говоришь, там выучила приветствие, доброе утро, там в магазине сказала, они уже думают, что ты что-то можешь говорить, что ты понимаешь, начинают тебе по-японски. Поэтому нет смысла им говорить по-японски. Лучше сразу говорить по-английски. Вот что-то ты поймешь. Сейчас я хотела там что-то купить, такую подстилочку для пляжа. В общем, тыры-пыры, ухаю гузаймас. А она мне стала что-то объяснять. Все, я сразу дала понять, что я ничего не понимаю. Короче, что хочу сказать? Ничего не хочу сказать. Вот все, сейчас я заканчиваю утреннее видео и загружаю его. Вот так. Видите, сегодня клауди. Да, самое интересное, что я села в лифт, еду, и зашли иностранцы, ну, то ли англичане, то ли кто-то. И я совершенно механически, то есть мой уже мозг настроен на те несколько слов, которые я выучила на японском, я должна их употреблять. То есть я уже как бы в Японии, я их спрашиваю, нанкай, что означает какой этаж? Ну все, пока. Нет, не пока, еще одно слово. Когда вы смотрите, дорогие мои подписчики, значит, наверху экранчика, там три точечки. Вы их нажимаете, это как бы settings. Значит, нажимаете их, и там будет предложен цифры для... Как, даже не знаю, что это такое. В общем, короче, вы выберете 720. Это будет наилучшее качество видео. Оно сразу станет более четким, более ясным. Все-таки iPhone, когда снимаешь, он не предусматривает, что ты во время ходьбы это трясется, все это не стабилизируется. Поэтому плывет изображение. Выбирайте 720. Значит, наверху три точечки, нажимаете их, и слева будут цифры. Слева будут цифры, предложен режим, режим качества. 720. Спасибо. А вот мои новые штанишки, я первый раз их одеваю. Они на резиночке. Они предусматривают утренние онигири. Вот такие широкие, прохладные штанишки. Я в них пойду сегодня к Вадику. Вот так. Ура. Я вышла в путь. Еду к Вадику. У меня сегодня более сложный маршрут. Я сама добираюсь до станции Шинджуку. Подхожу к собачке Хачико. Оттуда звоню Вадику. И он объясняет, как мне дальше добираться. Ой, я неправильно сказала. До станции Шибуя. Шибуя. Вы думаете, я не запуталась? Мне пришлось спросить, где моя Яманото Лайн. Вот я уже на Шибуе. Посмотрите, Хачико Экзит. Шибуя, гон смокинг эреа. Видите, они все загорожены, чтобы народ на улице не дышал. Курят там. А вон Хачико. Сегодня просто среда. Подойдем к Хачико. Хачико обозначает пчелка. Хачи – это пчелка, а ко – это малышка. А, сука. Народа миллион. Кто видит хоть одну бумажку? Я вижу листики. Больше ничего. Собачику позвоню, что я уже здесь. Такая птички такие вот чирикают, это не это птички специально для лестниц, где лестницы, вот для слепых вот такие дорожки желтые, они рифленые, везде на тротуарах такие дорожки есть, ну, в метро соответственно, они рифленые, и человек, который не видит, он идет и как бы чувствует направление, а птичка, чтобы знать, где лестницы, где переходы.
стоим точно там, где ножки. Все, я села в поезд. То есть все поезда, весь транспорт. Приходит минута в минуту. Вадик мне говорил по телефону, как идти. Я от собачки точно, там много всяких поворотов. Я точно все прошла. Села в его поезд, который приходит ровно 35 минут и выходит. И в 47 минут приходит на Вадике на станцию. Ну, в 46, на 48, или в 47. В 47 минут я выйду из вагона. Вадикина станция называется Йоги. Ну вот, вышла со станции Йога. Йога, Вадикина станция. Сейчас здесь подожду его. Посмотрите, какая красота. Что мешает нам в Баку сделать то же самое? Вдоль дороги массажные логистремы. Посмотрите. Логистремы, боже мой. С той стороны тоже. Посмотрите. Какая изумительная красота. Это все логистремы. Вся улица в них белые, розовые, малиновые. Конечно, тени от них немного, но от винтовых елочек совсем нет тени. Все, Вадик меня встретил. Зайдем в магазин. Я обожаю вот эти узкие улочки. В них весь колорит. Сейчас мы что-то купим. Точно Кагане. Похож на Вадикин город, где он жил, когда учился. Японская сосна. Всем привет! Это крыша дома. На крыше.